Самое жуткое интервью в реальной жизни. Это последнее интервью Джеффри Даммера, когда-либо записанное. Я пытался создавать живых зомби с помощью мочевой кислоты в голове, но это никогда не срабатывало. Убийство не было целью, я просто хотел иметь человека под полным контролем, чтобы делать с ним все, что захочу. У меня в шкафу в спальне была коробка, и в ней была мумифицированная голова и гениталии молодого человека, с которым я познакомился в одном из баров Милуоки. Больше фактов в моем телеграме.